Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре экскаватор от компании Halma. Невозможно представить себе строительную площадку песочницы без игровой специализированной техники. Экскаватор впечатляет отменой детализации и проработкой даже самых мелких элементов. Он изготовлен из оптимального соотношения прочного металла и высококачественного пластика, поэтому с достоинством перенесет даже очень активную эксплуатацию. Размеры игрушки составляют 35 на 15 см. Экскаватор работает от аккумулятора, который входит в комплект. Аккумулятор заряжается при помощи USB адаптера. При полном заряде игрушка проработает около 25 минут. Благодаря прорезиненным колесам экскаватор может двигаться не только по ровной поверхности, но и в песочнице или по ковровому покрытию. Управление осуществляется при помощи пульта, который работает от двух батареек типа АА. Можно ехать вперед, назад, поворачивать влево-вправо или крутиться на месте. Сам ковш сделан из металла, его можно поднимать и опускать, зачерпывая песок или любой другой материал. Экскаватор станет хорошим подарком для мальчика старше 8 лет, который интересуется разными видами техники. Спасибо за просмотр, всем пока!